Приветствую всех. Короче, понавезли мне тут разного железячи, чермета, короче. Так, вот из этого надо что-то, то, что мне пригодится, что-то выбрать, а все остальное мне, ну, нафиг не нужно. Дело, проблема в том, что я-то огородами никогда не занимался. И что мне надо, что мне не надо, я без понятия. Вообще. Ну, как-то надо определиться. Что мне к мотоблоку может пригодиться? Ну, плуг я себе сразу отхерачил. Я его отрезал, вот. Вот этот плуг. Могу показать, как он. Он такой тяжеловатый, конечно. Два плуга стоит. Ну, тот какой-то вообще игрушечный по сравнению с этим. Ну, в принципе, переделывать его несложно. Вот если его выставить где-то вот так вот, ровно. У него получается довольно хороший отвал. Не знаю, когда у него... Сейчас мы посмотрим. 20, где-то 40, да? 20-40. Ну вот, плуги одинаковые получаются. Ну, в общем, буду с этого плуга что-то делать. Ладно, идем назад. Плуг я сразу отложил себе. Это Борон. Барон этих, черт знает сколько. Одна вот. Вот одна такая, одна такая. Это две маленькие. И зубы у них маленькие. А эту я отрезал себе тоже. Отстань. Вот этот вот окучник, что ли. Ну, из него можно сделать какую-нибудь картофелекопалку. В общем, это тоже отбрасываем. Сюда. Так. Бороны эти вообще какие-то две. Вот. Не знаю, это они мне как-то не нужны вообще. Наверное, оно все поедет назад. Так, это что у нас идет? Это у нас еще ничего не срезано, конечно. Сейчас мы посмотрим. Тут открывается у нас вот так вот, очень широко, кстати. Ну, какое-то оно, я бы сказал, какое-то изготовление у него не очень. Надо оно мне, не надо было, без понятия. Так, вот это еще устройство какое-то. Колесо, в общем, принцип работы я вообще не понимаю. Там стоит колесо, тут, я так понимаю, окучник. У окучника, кстати, еще вот откручивается, и он еще так выезжает. Он, вот это еще опускается ниже, то есть можно регулировать этот самый. Ну, крепление вот такое вот стандартное, его просто можно снять. Вот еще какие-то стоят два пропольника, как я понимаю. И вот этим вот рычагом вот оно как-то должно двигаться и ездить. Расширяется, что он не расширяется у нас. А, о, надо вжать, оказывается, сюда. И вот так вот сюда поднимаем. Ага, во, расширилось. Ну, как это устройство тоже. Оно, кстати, даже работает. Пружинка стоит. Вот, сжимаем рычаг вот так вот. Ну, оно мне не надо, я не знаю, что с ним делать. Колесо разве что можно снять, на плуг прикрепив, чтобы плуг это самое. Ну, это такое вообще интересное какое-то, да, так раз. Опа. Разъехалось. Ну, если смазать, сюда будет двигаться. А как его можно закрепить? Вообще можно оставить какими-нибудь прибамбасами его тут. Все скрепить. Ладно. Пускай будут. Поехали, короче. Поедешь ты вот туда, до той кучи. Вот так вот. Стой здесь. Дальше едем. Что там у нас? А, с этим окучником тоже не разобрался. Можно, в принципе, оставить, но какой-то он вообще весь поклацанный. Ага, еще один окучник. Иди-ка сюда. Так.
весь тоже куда? В хлам. Хлам убитый. Тонкий, вот металл у него какой-то тонкий. Латы какие-то. С доспехов, да? Ну, я думаю, тоже очень страшное чудо. Это точно мне не надо. Как и тот. Дальше у нас это подвеска набора. Ну, тут можно оставить. Может, что и повеситься. Пойду занесу. Пускай будет. Так. Опа. Готово. Идем дальше. Опять две бороны. Они мне вообще нафиг не нужны. Немножечко-то я скажу попрочнее. Но потяжелее, конечно. Но это же к трактору еще подцепишь. К мотоблоку вряд ли ты их прицепишь. Да. Мне бы, конечно, нужен был совет вот мотоблокеров, да? Что мне может пригодиться в будущем. Я сейчас, как говорится, вообще без понятия, что мне с ними делать, надо ли они мне. Пока сюда. Это что за устройство? Какая-то повозка. Вроде саней. Так, я так понимаю, зацепляем ее. Ага. Так-с. Тоже, я так понимаю, к мотоблоку ее не прицепишь. Ну, разве что к адаптеру, да? Ну, к адаптеру, да, к адаптеру можно прицепить. Так, а к адаптеру можно все прицепить. И борону, если надо. Значит, надо сделать адаптер. Вот и обдаптер. Говорю, обдаптер. А что, неплохая тачка. Колесики. Нет, я взял компрессор, поставлю на нее. А то перевозить очень тяжело. Колеса на подшипниках. Площадку срежу. Да не срежу, а переделаю просто. Зачем мне себе лишний геморрой, да? Лист положил какой или вилы там прикрепил. Какие-нибудь. Да и все. Ну, отлично. С тачки вопросов. Нет, это у нас поедет, как говорится, в стойло. Так, отлично. Это у нас сюда. Уехала. Так, паны откидали. Это все, наверное, мне не надо. А, какой-то здесь у нас еще есть рычаг. Ручник. Согнутый, да? Ну-ка его выровняем. А, не так-то просто это сделать. Насколько я понимаю, значит, это таскать сено. Ну, после того, как покосили его, ну, оно какое-то узкое. Значит, мы рычагом опускаем всю эту беду. Ну, здесь, конечно, сейчас ничего не работает, потому что рычаг согнулся и застопорил шестерни. И так они должны вот так вот раз, да, раз и опуститься. И тащить сено. Нафига их две? Вот. Еще одна какая-то. А, это у нас просто так должно быть. Не знаю. Ну, оставлю, наверное. Там будет видно, пригодится, не пригодится. Ну, вот такие размышления. Друзья мотоблокеры, пишите, что мне может быть понадобится. Из всего этого барахла я оставил вот эти вот дряни, да? Ох, тяжелая она, не знаю. Надо ли она мне нафиг? Это все мне... Это все я не беру, это все мне не нужно. Так, надо все эти борны попереворачивать зубами к низу. Потому что... Стремные они как-то лежат. Вот так вот. Ну, вот так вот. В общем... В общем, вот так вот. Что тут, чего тут, как тут будет видно с помощью
мотоблокеру, я думаю, мы разберемся. А что тут, чего, куда. Так, ну все, буду заканчивать. Всем пока. Оставляйте свои комментарии, что это за устройство. Например, я не могу понять, как вот это пользуют. В одном стоит распашник, а в другом стоят пропольники, наверное. И как оно работает, я без понятия. Здесь, получается, распахивает, окучивает. А что там делают? Как можно... Как это все можно вместе делать? Может быть, это просто пропольники? Снимается вот эта часть распашника и пользуешься ими как пропольниками. Может быть, так. Ну, это тогда вещь хорошая получается. Туда немножко наварил их, расширил. И, в принципе, уже отлично выходит. Как бы, если эту снять, да? Потому что все вместе, три они работать, как мне кажется, не могут. Потому что невозможно оно сразу. Так вот, все, всем пока. Удачи и до встречи.